говорить, молчание скажет больше. Давай с тобою вместе помолчим. У нас для этого, как мы узнаем позже, есть не одна, а тысяча причин. Слова нужны, но вовсе не такие, какими мы по жизни говорим. Они нужны совсем, совсем иные, которыми мы любим и молчим. Наш разговор совсем иного свойства, он непонятен больше никому. Он вызывает чувство беспокойства, и только мы лишь знаем почему. А просто ты и я с другой планеты, и нас сюда не ветром занесло. Мы встретиться условились на этой, и значит, ей немного повезло. Сюда мы ворвались в потоки света, в потоки жизни всем смертям назло. И если есть нужда здесь в свете этом, то вот оно светило снизошло. Мы посланы сюда самой любовью, чтоб от себя смогли мы передать, что есть миры, где места нет злословию и зависти с возможностью предать. И мы теперь совсем как эмигранты, пришельцы из неведомой страны, и как давно ушедшие атланты пришли, чтоб вы смогли со стороны себя увидеть в будущем далеком, когда вам надоест чего-то ждать, и штилем непонятным и высоким самим себе захочется сказать. Что говорить, молчание скажет больше. Давай с тобой вместе помолчим. Нас для этого, как мы узнаем позже, есть не одна, а тысяча причин.